С борщевиком, опасным для жизни и здоровья растением, жители области борются как могут. Выкапывают, скашивают, применяют химикаты. Чиновники Калиновского сельского поселения начали решать проблему своими силами, не дожидаясь помощи от руководства области. Второй год на территории поселения применяются химикаты. Вот и на этот раз состоялся открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по химической обработке борщевика. На борьбу с ядовитым растением местные власти направили почти 350 тысяч рублей. Расчет велся на 100 растений. В администрации Калиновского сельского поселения пояснили, что при опрыскивании борщевик, конечно, не пересчитывали, обрабатывали определенные площади. Первый этап работ был проведен весной. Осенью территории, пораженные борщевиком, должны опрыскать снова. Срок исполнения контракта – декабрь 2013 года.